вот такой замечательный участочек есть рядышком по соседству. Теплица. В ней, скорее всего, конопля более ухоженная, нежели растет за ее пределами. Вон там, вот возле заборчика, одинокая такая. Вот. Тут, конечно, какой-то зайца, а там вот картошечка. Странно, что не конопля с помидорчиками. Вот. Так вот. Там вот даже люди обитают. Наверное, там они ее в нитки переделывают. Или ткут из нее что-то.